Всем привет, дорогие друзья. Мы продолжаем проходить Diablo 3. Со мной играет Артур. Привет. Привет. И, в общем-то, мы находимся в раю, как ни странно. Да. Не сильно это похоже на рай после прибытия тут Diablo, но тем не менее. Не, ну как это? Это напоминает... Этот рай мне напоминает... То есть отель, шестизвездочный отель после прибытия туда русских туристов. Короче, в прошлой серии нам тут нарезали, насколько я помню. Ну да. Как, нарезали тебя, я поддался просто. Сейчас так называется, да. Подожди. А что они разговаривают? Это твоя вина, Тирейн. Все, на Тирейля все свалили, потому что он черный. Это потому что я черный? Смотри вниз и узри, что натворил твой род. Что натворил его род? Да, я тоже хотел сказать. Мы вышли, получается, тут опять локацию полностью сначала начинаем. Надо с Тирейлем разговаривать. Понятно, так, мне, пожалуй, нужно вместо кучи гопников позвать себе Инферно сделать, то есть землетрясение. Не вини себя, Тирейль. Ну, кстати, можно, да, покопаться пока в умениях. Ты сделал все, что мог. Давным-давно да, ангелы хотели определить судьбу человечества. Мой голос решил это всю нам, я думаю, тут поможет. Вы остались жить. Будем надеяться, потому что нам там прописывали на орехи. Не, ну сегодня мы начинаем. Меня зрители видят, что у меня уже 12 ночи. Так что... Че ты, бородач говорит, я не пойму. Он заткнется, нет вообще. Че ты несет сегодня? Неделю сидел молча, ё-моё. Поболтай. Уходи отсюда! Where the other drugs gone? Бэтмен. Да-да-да, прикольный ролик, конечно. I'm better, I'm stronger, I'm Batman. Batman, еще с таким мне Малкович? No. Блин, только я не помню, что мне там понравилось. Этот... Кстати, Артём-то у нас сегодня и на этот ходил. На неудержимых. А, да, я ходил на неудержимых, и... Меня было не удержать. Послушай, говорят. Да мы это слышали уже в прошлой серии. И тогда ничего не слышали толком. Ну, что я могу сказать? Фильм мне понравился. Все, что я, в общем-то, от него ожидал, ну, нормально. Не темный рыцарь, конечно, но вполне себе достойный фильм. Че там как? Шварц сильно сдал. Шварц, ну, Шварц, конечно, уже пора списывать. В анналы истории на пенсию пора уже дядьке давно. Его показали как поболее, конечно. Ну, в первой части там вообще он таким козликом выступил. Там. Тут ему дали даже автомат, понимаешь? Да, он там дверь отламывал, да? Машину мальчить. Ну, тут пару моментов было. То есть в начале и там под конец. Ну, и я не знаю, почему как-то все так забили на это дело, но в фильме снимается хороший актер. Мне нужна ярость. Скотт Аткинс, которого зовут. Да ты уже говорил. Блин, я не знаю, на него всем пофиг почему-то. На самом деле очень талантливый чувак. То есть там машет знатно. Там просто не в ногах дело, не в Скотте Аткинс. Ну, а Скотт Аткинс играет? То есть этот, что ли, Бойко? Да, да, да. Блин, ну это, по-моему, охренительно. За него я говорю. Он вообще с Ван Даммом, получается, это уже второй фильм у него. А первый какой был? А первый там, ну, такой дешевенький фильм. Универсальный солдат 3? Смотрел Универсальный солдат 3? Нет, я даже второй не смотрел. Там такая чернобыльская станция, как бы завод нашли старый списанный. Чернобыльская станция. Ну, а это, получается, фильм 11-го года, по-моему. Да, пока я не буду этого делать. Фильм 11-го года называется «Игры киллеров» или как-то так. Ну, в общем, они там с Ван Даммом вдвоем снимаются. Ага. Тоже, так, кстати, неплохой фильм. Я тебя поднять, ты не успею уже, наверное. Так что, да, скорее всего, нам по новому сейчас придется начинать, пока мы говорим. Короче, в «Универсальном солдате» третьем, там, кстати, на удивление, не кислый такой экшон. Не успеваю поднять. Да, меня спилили. Там Дольф Лундгрен есть. Их вообще не волнует то, что его в первом фильме...
Опять Лунгрен там? А чё он там, подожди? Да, то есть вроде в первой части там Шредер был, его туда уронили, он там на мелкие кусочки прям полетел, аж они в камеру полетели. И ничего, вернулся. Пришлось ему второй раз трубой какой-то в команду, он там, чиллаут, говорил же. Тут ему точно так же, только ему лоб пробили. Он в результате, после того, как ему лоб пробили, еще минут пять разговаривал с Ван Даммом. А потом... Ну это Дольф Лунгрен, у него там просто мозг весь основной. Спинной это. Да, дай ему другой, не нужен просто. Ну, но... короче, фильм вообще никакой, просто вообще позор страшный. Но, Болгарии, в общем, снимали. На неудержимых советую сходить всем. Я во вторник пойду. Да, подожди, я где этот тупой, собственно? А он сейчас появится, по-моему, нет? Чё, я вообще... Это тупые мне, знаешь, кого напоминает вообще в хлам? Матку Чужих. Ну, кстати, что-то есть. Да, похоже. Да не что-то есть, а прям, ну, вообще, один в один. Так, меня опять уже загрызли. Да ты капец. И даже вот в фильме шутку про Чака Норриса сделали, знаешь, как вот интернетовские вот эти. Чак Норрис такой крутой. Даже тут ее упомянули. Ну, не буду рассказывать. Что не понравилось, это, конечно же, украинский дубляж наш. Потому что, вот, я не знаю, как в русском будет. Но вот в украинском фразы Шварценеггера, типа I'll be back, там, и I'm back, их решили не переводить, но их решили озвучить, в том-то и дело. То есть, если вы решили не переводить эти фразы, то, как бы, пусть он сам... Оставьте в оригинале как-нибудь. Да, да. А тут, получается, актер озвучки все эти фразы на английском. Ну, это так, говняно, в общем-то, смотрелось. Угу. Я вообще не понял смысла, зачем это было делать. Ну, честно, я не знаю. Видимо, вот... Блин, тебе перк нужен, оживление. Ты не купил, что ли? Там у того ящичка. А, точно, точно, точно. Нужна ярость. У меня ярость не прибавляется. Почему-то я не могу ярость, то есть их заморозить и в результате подбежать тебя оживить. Нужно больше маны. Ну, потому что надо бить их, чтобы ярость набивать. Ну, понятно, что надо бить. Я вроде там устраиваю, но недостаточно хорошо. Ледовое побоище. Но... Ну если так, я все. Попытаюсь воскреснуть, я же не смогу на эту локацию пройти. Очень надо. А я успею. Ой, сейчас. Давай, давай, давай. Красава. А тут еще можно согласиться, ладно, так и быть согласен. Так, я буду, я не знаю, что я буду бежать банально. Потому что меня рвут на части буквально за все. Вот меня тоже рвут. А тут всех рвут, просто у меня умение вот это вот карусель, она тут сильно помогает, потому что она всех сразу задевает. Правда, она ярость все жрет. Но все же. В общем, надо как-то кооперироваться, начинать. И, допустим, давай я буду мелких мочить. Ты мочи большого. Не знаю, здесь что... Большой ко мне просто как только подходит, два удара и все, я труп, понимаешь? Угу. Ну не знаю, сейчас что-нибудь придумаем, я думаю. Да, я уже начинаю погибать. Нормально. Вот эти вот порталы. Как закрыть? Ой, он почти жив, ой, почти убит, кстати, уже. Да? Вообще, то есть у него очень мало осталось. Так, меня тогда подлечить там никак? Его. О, отлично, все, готов. Ну, каждой секундой, которую ты теряешь, моя победа становится все ближе. Блин, это так изменилось. Губы накрасила, что ли? Угрожал какой-то Азмодан, а теперь... Не знаю, но Азмодан, он был прикольный, он такой... Ах так, такой... Знаешь, я думаю, что это повторится, это же история. Вы сломали мою любимую машину убийства там. У меня есть еще одна, но она тут гораздо сильнее. Короче, а Брюс Уиллис, по-моему, вот он последние 10 лет в каком-то криостазисе, у него только этот лысина все лысее становится. Во-первых, лысина лысее, а во-вторых, он вообще не стареет, гад. Да. Как Уиллис это... из всех, которые были в фильме, сохранился лучше всех. Да, при том он пластические операции не делает, в отличие от Сталлоне того же. Ну, Сталлоне уже без пластических операций, да, довольно тяжело было бы. Шварценеггеру они и уже не помогли. И Тираэль теперь. И Тираэль. Тираэль и Тираэль. Архангел Чу. Судьбы. А, он это другой, я думал, может тот опять себе крылья подумал. И должно случиться в свиток судьбы. Но тебя, Нефалем, нет в этом свитке. Твоя судьба не была написана.
Я сам напишу. Так, давайте определимся, кто Нефалем-то, он или я вообще. Ну, я думаю, они сами не разобрались. Кто-то там, вот эти двое. Феи эти крылатые. Ауриэль, Архангела Надежды. Какой в игре все-таки непредсказуемый, очень проработанный, глубокий сюжет. Действительно. Освободи, убей, пройди, доберись, убей. И нелинейность, нелинейность, ага. Самое главное. Поворотов сюжетных просто уйма. Зато звучит как «Найди в садах надежды библиотеку судьбы». Видишь, вот как-то камера повернулась, нестандартно. Ну, обычно да. Как-то под углом. Нужна ярость. О, тут нам помогать будет. Серьезно, ребята, кстати говоря. Ну, то есть против нас, которые... Спецназ. Спецназ! Я становлюсь сильнее. 30 уровень, отлично. Так. Желчный ползун. Кстати, желчный ползун, точно. Андарские крестьяне часто пугают желчными ползунами непослушных детей, которые не хотят ложиться спать. По поверьям, ползуны — это демоны, которые не успели сформироваться, так как появились на свет раньше срока. На вид они представляют собой кровавое, вечно голодное туловище, которое неустрашимый фрагмент копья разума пожирает человеческую гениально плоть. Интересно, куда его девать? Ты кровавое, вечно голодное туловище. Прикинь. Короче говоря, еще, кстати говоря, про возраст артистов. Ага. Этот Киану Ривз, он вообще, по-моему, в каком-то криостазисе уже лет 30, то есть... Ну, тоже, да. Вот человек как... Сколько лет ему уже? Ему полтинник с лишним, по-моему. Он все на свои 30 выглядит. Я, по-моему, больше 30 не дал. Я даже не знаю, сколько ему лет. Он, главное... Вот я еще первый фильм его смотрел, где он там вообще еще ребенок. Нужна ярость. Он уже точно такой же, просто маленький. Увеличился в размере. Бачка в плаще, да. Так. Надо было ему, короче говоря, красную таблетку выбирать. Да. Так, благословенный колодец. А смотри, вот красивая роща какая. Офигенно. А это у них крылья такие, получается? Ну да. Мне больше нравилось в мясном аду. Как там... Не знаю, там брутально было как-то. От это мне все напоминает какой-то Warcraft. Нет, это знаешь, это такой вот мне корейское MMORPG. Сейчас такие сисястые и фики выбегут там с криками там. Нет! Там. У них, блин, все персонажи разговаривают там голосом 14-летних девочек. Ну, я имею в виду женские персонажи. Нет, ну просто это же круто. Видел картинки, вот именно Япония, ну, вообще азиатские страны как раз, то есть там 40-летние мужики такие усатые, бородатые, эти костюмы японских школьниц, Сейлор Мунов одеты, такие толстые, и ничего, нормально ходят по улицам, блин, у нас бы прошел просто вот, по моему району. Не вышел бы, понимаешь, с подъезда далеко, в том-то и дело. Блин, его бы, я не говорю там про гопников каких-то, его бы обычные люди убили просто. Да, забили бы кирпичами. И такие... Что я видел только что? Сели в углу, потом и плакали бы неделю. Я прошел через зад. Так, опять что-то новое. За свою жизнь мне довелось повидать множество войн. Но лишь немногим из них удалось справиться с этим чудовищем. Своими размерами оно превосходит даже самых рослых варгов. Оно носит оружие из стали, выкованной в адской кузне. Последний раз мегадемонов видели во время возвращения Баала. Мега. Там, где они прошли. Просто мега. Ну прям так описали страшно, на самом деле они такие же страшные. С двух ударов. Не, ну просто вот логически объяснить. Декарт Каин оставлял свои. Ну или Кейн. Оставлял свои вот эти вот дневники в тех местах, где он бывал. То есть, ну, терял, скажем так. И мы их находили. А тут мы находимся в раю. То есть. Какого хрена? При том, что он это записывал, когда еще живой был. Может, он уже побывал тут. Ну, вот, это называется простой чувак. Внимание к деталям. Проработка. Да. Так, с
сундучок. Да потом. Сколько там? А смотри, какие. Не, ну это вот натурально. World of Warcraft. Ярости. Вот эти вот статуи такие. Я же говорю, очень похоже. Даже вот цветовая гамма очень похожа. Здесь, кстати, ты взял этот дневник? Нет. Которым должны следовать. Тут вот ангельский совет я взял. Каждый архангел воплощает собой даже как-то и не обратил внимания. Доблесть, справедливость, надежду, судьбу и мудрость. Ну там писец какой-то рассказывал. Короче, из одной из вас выпал у меня. Там на заднем плане какой-то эпикнес over 9000 идет. Я смотрю, там уже так. А у нас спокойно. Похоже. Нет, это вот знаешь, что еще напоминает эти вот как раз. А, ну ты же не играл в StarCraft 2. Нет, до сих пор все еще. Как ни странно. Короче говоря, там эти протосы, вот у них постройки такие вот. А, ну я в первый играл, да. И как бы у них тоже цвета похожи. Ну, блин, это. Цвета и вот стиль. Как ну, бы внезапно, да? Неудивительно, да. А внизу там, блин. Шан у вас свободно. Не знаю, но это не рай, это как-то. Как-то выглядит так. Не сказать, что прям умиротворяюще, пафосно скорее. Ну какой-то, да, воинственный рай. Ну это, наверное, Валхалла, может, какая-нибудь. Если бы Валхалла была, то тут тупо было бы этот. Тут пьяные валялись все. Здесь бы куча трупов валялись, шла бы постоянно битва. Ну, как в этом, в Скайриме. А, ты же еще до конца не проходил. Нет. Там этот Совангард. Скайрим офигенный. Шедевральный когтеметатель, но мне он не нужен. Тут сундук, этот дневничок. Архангел Империи. Империи, Архангел Доблести, величайший воин во всем мироздании. Он нет, ну вот как бы там ни было, Скайрим, там все понятно, но не радует тот факт, что, допустим, Моруин там почти всех монстров, ну, допустим, каких-то там существ придумали с нуля. То есть тут как-то уже дальше начали халтурить немножко. Ну, стандартно, волки, совы, там, оборотни. А там именно радовало разнообразие в Моруинде. Ну, в принципе, да. Ну, Morrowind, он вообще, как бы, для своих времен там пачка просто открытая все время была. Ну, шокировал. Да. Так, у меня появился новый тут умение, твердость. Ну, возьмем твердость, не тупость, поэтому, как бы, пригодится, я думаю. Что она дает? Да я не знаю, мне название нравится. А, аргумент. Когда я разбирался. А тут еще живой, что ли, кто-то? А тут какой-то прилетел. Короче, я помню, когда я запустил. У меня сначала знакомый был, у него компьютер, по-моему, что-то близко там было к Pentium первому. Запустил он этот Morrowind, у него каждая комната, вот представь, там же дофига в эти комнаты входишь. Ну да. И каждая комната грузилась где-то минут 8. И он играл в нее часами, блин, а как рассказывал, а я завидовал ему тогда еще, блин. Ну, ты что, таких возможностей тогда не могла ни одна игра представить. Не подведи меня. Арканот. Ракано. Раком. И моих братьев. Искату. Искату мы уже размотали. Ну, это тот, который был похож на королеву чужих. Да, даже я запомнил его имя, потому что он нас более одного раза убил. Не, а я как бы даже забыл, но просто когда первый раз встретились. Не, ну тут офигенно. Сейчас только вспомнил. Да, тут, конечно, красиво. Ну да. Во. Юбагли, мазафака. Ты свободен от цепей судьбы, Нефалем. Все склонятся перед дьявола. Даже ты. Нет. Он мне напоминает, я играл в Зов Ктулху, одно из первых прохождений на канале было. Да, там вот такие, конечно, вот из измерения какого-то соседнего выходили похожие хрены. Здоровы. Недостаточно Зов ярости. Зов Ктулху тоже такая игрушка, очень, да, даже своеобразная такая. Особенно Attack of Fishman миссия. Ну да. Это вообще... Это столько адреналина там. Так, тебе сейчас что-то прилетит, по-моему. Пытаюсь обходить. Ой, мне тоже. Неплохо рубит.
Но мы его, если так будет продолжаться, быстро запинаем. Да, главное. Так, я берсерк. Видишь, какая у меня психованная стала. Я отойду, я там ерошен здесь какой-то. Давай, подлечу. Так, все, пожалуй, нужно отойти. Ой, не смог подлечить. Уйди ты! Блин, а быстро эти лизуны. Причем именно лизуны. Ох. Ай. Именно лизуны из Resident Evil 2. Ад. Все тут собрали. Серьезно, да? Сборная солянка, понимаешь? Блин, они еще догоняют вот этими своими штучками. То есть убегаешь от них подлечиться. Они как бы не сильно отпускают, да. Ну, берсерк, кстати, хорошо помогает. О, хорошо полетел. Так, давай, где ты там сейчас? Подлечу. Чуть-чуть. А, ща долбанет. Так, аптечку еще. Я еще его уклонился. Ну, жизнь у него. Да. Не занимать. Не, я наоборот хотел сказать, не так, чтобы много. Мы с тобой придерживаемся разного. Блин, я упоротый щи. Я уже слова не могу подбирать. А че вот эти вот стоят? А, он типа этот, ему нехорошо. Я, по-моему, там союзник наш. Да, да, спасти надо будет, наверное. Ух ты, как он к тебе прилетел-то. Да. Не ждали. А вот и я. А вы не ждали них. Ну, вы поняли. Никто. Да, никто. Никого. Как я спас ситуацию? Как? Никак. Отвечай. Так. Скоро у меня будет по новой дурка. Буду. Хак, смэш! Подзаряжай. Блин, я просрал. Хак, смэш! Представь вот такой вот в пивнушке, да, психанет? Да ну нафиг. Ну, это по типу вот того здорового хмыря в фильме «Город грехов». Как его звали? А, этот Мавр как-то в этом духе. Марв. Ну, ты понял, в общем, о ком я. Да, какого? Ну, короче, из 9,5 недель. Вот, который Ким Бессинджер. Того. А, ну да. Микки Рур. О, Микки Рур, чё, забыл, в голове крутится, а. Его, кстати, нету во вторых неудержимых. Ну, он и в первых там появлялся, да, так, чистый там этот. Карусел, кто успел? Оп, приз, отходи. Я пытаюсь. У меня аптечки, что такое? Почему? А вот. Так, кому нужны эти аптечки? Сколько там тех аптечек? О, хорошо, отнесло. Бабайки. Ох, я сейчас, по-моему, огребусь. Так, ребята. Не, ну про Чака Норриса мне шутка понравилась. Вообще в голос заржал там в зале. Еще людей было мало, ну потому что рабочий день и утренний сеанс. Ага. И, блин, заржал я там на весь зал. Ну, не столько с самой шутки, сколько с самого вот этого факта, что это не интернет, а приколы уже и тут как бы признали. Да, я, говорит, не боюсь Чака Норриса. Я его вообще не считаю за хорошего актера. По клавиатуре буквы пошли. Типа, бить его начал. Сколько таких приколов видел. Блин, что-то я только жизни наберу, и уже все, приходит пора бить. И да, и сразу как-то так. Это бывает. Ну, я думаю, так вроде неплохо. Нифига с одного удара. Так, я буду молчать, потому что когда я сказал, что вроде неплохо получается, как-то вроде... Вроде тихо и плохо, да. Так, ребята. Так, ну тут уже придется дурку использовать не на него, чтобы... А, блин. О, жизни-то сколько. Мне хана. Ты бы видел, сколько у меня жизни. Лечись. Нифига себе, я тут вижу, мимо пробежал. О, блин, за доли секунды. Надогнал. Так, ну сейчас точно навешаем. Ну сейчас навешаем. Конечно. Короче, за тысячную... Конечно. За тысячную долю секунды до того, как у меня аптечка восстановилась. Канат, не подведи. Канат, скотина. Победим. Ну, пос...
смог. А, я понял, слышь. А, подожди секунду, не ходит. А, зачем ты зашел? Что? У меня птичек нет. То есть, вовремя главное. Я же сказал, стой. Я только назад иди сразу ролик. Ну давай я тебя скину. Ну сейчас ты уже поздновато, по-моему, нет? Да нормально. Оп. Убирай. Я потом. Потом, ну так, пару кружков. Музыка из Бенни Хилла была бы весьма уместна тут. Так, у меня, кстати говоря, другие аптечки должны были быть. Какая-то лечилка. Да, у меня там были еще сильные зелья. Извиняюсь. Я тебя зря их вытащил. Все равно, я думаю, нужнее будут тебе. Ну, в принципе, да. Недостаточно ярости. А, мотает, не могу выбраться. Говно какое, а? Ты видишь? Что творит паразит, а? Говнюка, кусок. Да, я думаю, справимся. Он под конец что-то психовать начинает. Да, такой буйный парень. А это баба еще. Ангел, баба это. Нужна помощь. О, у меня что-то отвалилось. Из ненужного. Ну, как сказать, у меня все нужное. Даже аппендикс. Потому что он мой. Гришковца не слушал концерт никогда? Нет. Короче, я даже, честно говоря, не знаю, кто это такой. Ну, там есть один юморист, актер. Короче, говорит, вот я сижу, допустим, ну, я дословно не помню, в общем. Вот я, мама меня любит такой, какой я есть. Вот всего любит. От снизу и доверху любит всего. И тут я, говорит, подстригаю ногти. И вот так ногти подстриг, собрал их, ну и несу, говорит, на кухню выбрасывать, да? И один ноготь упал. И вот он, говорит, маме уже не нравится. Хотя 5 минут назад это был я, а теперь уже ей все не нравится. Как это про пеникс? Камон! Ох, я грибаюсь. Блин, я от этих мелких отмахиваюсь. Спринт надо почаще использовать. О, Ляня, я какую-то ему шнягу такую прикольную включил. Чего? Витр какой-то. О, хорошо. Он что-то дает, короче. А что я так и не понял. Ну, что-то дает и ладно. Что-то дает, да. Это уже плюс. У меня что-то отвалилось опять. По-моему, это была голова. Ты умер? Да. Ну сейчас он отойдет. В принципе, вот тут вот как раз воскрешать легко. Ну когда вот эти два маленьких не бегают хрен. Угу. Вот как раз он отвалил. Козел этот. Ага. И тут эти сидят, не успеешь. Да они тут вокруг бегают. Блин. Я же говорил. Нет, лучше ты их шлепни потихоньку. Вот же, он же сейчас со мной носится здоровяк этот. В прошлый раз, кстати, у нас получше шло. Ну, если бы у меня аптечки не кончились, возможно, мы бы и выиграли. Подрасслабились. Но... Да как вы подрасслабились? Мы все время так играем. В комментариях. Ну вот, я же говорил. Бей мелкого, бей мелкого. Это как этот? Бей белого. Как этот? Ну да, как раз вот Терри Крюс там. В этом. Все ничего, что ли, называется? Комедия про американский футбол в тюрьме. Ну да. Прикольный фильм был. Не помню я его. Все вот этот момент ничего. Запомнил. Там Голберг такой с разгона разбегается и в прыжке двумя ногами, да. Этим полицейским команде. Да, так, ну ты что-то, я чувствую, не сможешь такими темпами меня поднять. Да, что-то он беситься начинает. Еще новых этих малых понавызывал. Да и сам телепортируется не кисло. Камон! Успеешь. Так, еще обидно так откидывают. Ну да, говно маленькое. Оп, по-моему, ты умер, да? Да, придавил меня, у меня уже броня треснула. Так, ну ладно, вот теперь у него точно шансов нет. Может быть, как-то подчинимся там, что ли, аптечек. Ну давай. Накуплен. Если тут, конечно, есть куда возвращаться. Из рая так в город, телепорт прямой. Так, что-то долго грузится. А, ну мы опять сюда же вернулись. Мы же хрен знает где. От этой локации. Ну да. А тут все хорошо. Тут люди живут.
Ребята, вы бы видели, что там творится. Так, сильное зелье здоровья восстанавливает 1600. Так. Большое зелье, которое ты мне дал, восстанавливает 1000. Так что отстой ты мне дал какой-то. Ну, я ж тебе хорошего и как бы не собирался ничего давать. Тут есть исключительное зелье здоровья. Все. Я понял, куда мне тратить деньги. Да, потому что денежек понасобирал больше 50 тысяч. А как здесь сразу большое количество купить? Или просто нажимать? Закликивать до смерти просто и все, видимо. Это особенность серии Диабло. Закликивать мышкой до смерти. No problem. 100 штук, я думаю, хватит на первое время. Так, теперь нужно на первый скилл мне поставить что-то более подходящее. Так, нет, не сюда. Я, наверное, своего двойника вызову, потому что, ну, хотя 70 сторон... Кстати, да, двойники мои сильно помогут тут. Сейчас, короче, давай Арау тут призовем. Так, стойкость к боли. Вот, стойкость к боли нам подойдет с бравадой. Хорошо. Готовимся к бою. Пришла пора изучить, что у нас есть. Уж лучше поздно, чем рано. Так, сверхсила. Вставляем. Так, ну это нормально. Вот это неплохо. Мантра. Лечение. Исцеление, точнее. Так, лещущий ветер. Это у нас на что? На двоечке. Я, честно говоря, не понял, для чего это. Монах окружает себя вихрем, наносящим 15% урона. Да говно. Так, монах делает резкий рывок. Землетрясение все же. Инферно оставлю. Так. Я сделаю рывок, может там сваливать придется по-быренькому. И вот это будет пускай. Так. Тут нормально. Шо? Тут нормально. Ай, потом. Что ва? В принципе, я все выбрал, что хотел. Че, пошли, намотаем ему уже. Его кишки вокруг шеи. Потому что сколько можно ему уже орать на нас. Ну да. У него, кстати, морда, как у акулы. Меня это бесит. Кстати, Азмодан, то есть один из владык хаоса, был гораздо слабее какого-то сраного Раконота. Потому что он... Азмодан. Потому что у него жена была. Потому что у него была жена. Похотливая. Паучиха. Вот я баба-бабариха. Иди сюда, подожди. Вот так тебе маленькая защита сделалась. А, делалась. Пусть бьет моего синего друга. Ого, а на меня неплохо. Пусть маленько замедлится. Ой, блин, она оттуда улетел. Неудачно. Так. Ну хорошо. Маленький зеленый друг. Фиаско, я потерпел. Знание отправиться должен я. Именно так. My ass. Синий, блин, почему ты не хватит за мной бегать? Я серьезно ранен. Я серьезно ранен. Нет лечилки. Нормально. Так, да что ж ты? Тенна. Блин, это вот землетрясение вот так долго восстанавливается, а он собака постоянно двигается. Так что это была неверная тактика. Лучшая идея, да. Так, сейчас, если ты смог бы его отвлечь на себя, я бы переключил на толпу гопников. Но я уже получил, по-моему. Ну вот, хотя... вроде как. Я не буду этого делать. На меня отвлекся. Быстрее. Ой, у меня руки дрожат. Коман! Блин, она пока не перезарядилась, я не могу с ней ничего сделать. Ну, главное, что ты ее поставил. Нет, я ее не могу даже поставить. А, даже поставить? Угу. Это печально. Ладно. Такие штуки узнавать во время боя с боссами. Именно в нашей манере. Сколько там того босса? Да ты еще живой, что ли?
офигеть. Великанни! No, you bastards! Это брутальная версия была South Park. Ну, это как во Властелине, во втором, в Гоблине. Когда там вот эта орда стоит, там 10 тысяч или сколько их там. И у этого деда, получается, рука не выдержала, он, в общем, стрелу отпустил. И там один вот этот урук упал первый. Великанни! То есть стоят 10 тысяч, все на одно лицо. Давайте, пацаны. Четыре призрака его бьют. Как на вас двоих. Три моих. Смотри, как быстро сносит, кстати говоря. Помощь. Я не буду этого вообще делать. Отлично. Три твоих, один мой, нас двое. Итого, короче, что-то неравный бой получается, я считаю. Ну, он еще позвал подружек. Раны заживают. Все. Ой, на меня налетел. Да, кстати говоря, на тебя налетел. Блин, вот этими штуками он... Блин, вот перемещается сам. Еще одного такого я не выдержу. Нужно время. Пришествие его. Ой, я понял, как ярость. Ё-моё, не, чтобы их не бить. То есть просто стоишь, shift зажал и лупишь по воздуху. Ярость повышается, офигеть. Ну что, правда что ли? Да. Я тебе говорю, мы пока к концу игры пройдем, научимся хоть и... Нет, если нас начнут так лупцевать, то мы научимся довольно быстро всему. Давай, 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 давай. Так как заходит, да, Java. У него заказывает, ну, спрашивает, что будете заказывать? Мартини! Слушай, пока тут... пока нас убивают, короче, может, начнем стараться. Так, сейчас пацаны придут, вот смена закончится на заводе. Сейчас, почти уже. Уже вот-вот. Ах, он сейчас просто, я чувствую, ко мне прилетит и сломает. Так. Go get him, boys! Да не этих маленьких, его бейте. Меня ранили. О, пошли жизни. Нормал, да и хорошо снесло. Так, ну вот сейчас главное не расслабляться, чтобы да, добить его. Да, сейчас просто в раш не войти. Потому что этот раш... Так, он своих подружек вызывает опять. Или нет? Упс. Че, уже по три, что ли, приходит? А, нет? Да нет. То я был. Кстати говоря, что-то начало получаться. Ну, да. Когда чуть-чуть попробовали по тактике поиграть. Чуть-чуть так думать, я не знаю. Иногда все-таки нужно, я думаю. Ну, иногда. Ну, изредка так. Не часто. Часто не надо. Я, кстати, купил... О, ах, меня придавили. Я такой молодец. Я купил хороших аптечек и... Я их не поставил. Я поставил себе похуже. Так. Ты где там? Where are the other drugs, boy? The status drugs. Come on. Так, все, сейчас эта подружка там. Мы тут. А, давай, давай. Успел. За тысячную долю секунды. Так, сейчас у пацанов очередная смена уже заканчивается. 15, это было напряженно. Да ты глянь, налетает и почти все ХП сносит, скотина. Да он что-то распсиховался, видимо, чувствует, что с ним довольно брутально поступают. Да. Так, пойдем, я тебе этот защиту прибавлю чуть-чуть. Давай. Хорошо. Блин, я, кстати, за свою мантру забыл, что можно здоровье восстанавливать. Ладно, сейчас. Так, камон, он уже. Так, потом. Круши, ломай. Давайте, палки. Команд! Есть. Я просто зажмурился уже и будь что будет. Будь что, да.
Ой, я подумал, сейчас одна бомбу зарыть. Это заговор. Через демонические разломы. Небеса будут уничтожены куда раньше, чем ты дойдешь до серебряного шпиля. Бла-бла-бла. Еще одна говорящая глава. Так, что-то мне там хорошие вещи дали, я не успел это. Чаточки дали. Редкое копье. Ну, как-то так. Вообще, отстойно. Дальше в легкую. Ну, что, давай тогда как раз время. А, кстати, да. Данную серию завершать. В общем-то, спасибо за просмотр всем. Оценивайте, комментируйте, подписывайтесь. Извини. С вами были Артур и Артём. Всем пока. Пока-пока-пока.